и ансамбля. О том, что когда он появился, все вдруг услышали в фольклоре не канон, не законсервированную традицию, а самый настоящий авангард. Там есть настоящий драйв, там есть настоящий свинг. Вот если вслушаться в подлинную крестьянскую традиционную музыку, то она очень живая и очень современная. Многие в ансамбле вспоминают, а Чеп Покровский, работавший над теоретическими работами, посвященными обряду свадьбы и компьютерной музыке одновременно, просил музыкантов.